цветы, конфеты или устные поздравления. Что подарят ульяновцы своим учителям на День знаний? Спросим у прохожих. Ну, обычно хризантемы. А сколько у вас в среднем выходит цена за букет? Ну, в районе 300 рублей, может, дороже, по-всякому бывает. Не знаю, там скидываются все по 300 рублей, что ли. Что купят, не знаете? Что-то не знаю точно. Что-то купят, что-то хорошее. Цветы, наверное. Букет из фруктов хотела учительница подарить. Она у нас в возрасте, ей полезно будет. А что, что-то дарят? Ну, цветы. У нас родительский комитет занимается, пока не знаю. Вот, пока только деньги перечислили. Я вот в эти вопросы даже не вникаю. Они как-то сами уже решают последние 2-3 года. Ну, цветы обычно дарят. Мы собираемся цветы. Ну, я за то, чтобы от класса вот один букетик подарить. Ну, как-то, мне кажется, это посовременней. Но родители у нас решили, что нужно каждому. Поэтому мы покупаем букет цветов. Идем поздравлять учителя. Подарки нет, подарки мы не дарим. Мы подарим по одному цветочку, каждый ребенок у нас будет дарить по цветочку. В итоге у нас получится большой букет. Мы узнали об этой акции «Помоги детям». В интернете, везде, в принципе, люди об этом говорят. И решили сделать так, ну как благотворительная помощь детям. Деньги пойдут на лечение ребят с онкологическими заболеваниями. Напомним, акция «Помощь детям с опухолями мозга» проводится уже 6 лет.